Так, выехали в Германию. Начало пути. И вот мы въехали в Дрезден, проезжаем здание вокзала. Очень красивый, конечно. Тут тоже какая-то такая башня, часовня, не знаю. В готическом стиле. Из-за современных зданий торчат. Велосипедисты на улице. Очень много. Да, в Америке тоже очень много велосипедистов. Чем-то напоминает сразу мне это дело. Трамвайчики, пожалуйста. Вот в США не увидишь трамвайчиков вообще. В одном, по-моему, или то ли в Сан-Франциско, то ли где есть. Больше нету, я их лично не видела. И там чек. Велосипедиста, то у тебя наказание будет больше, чем за пешехода. Ничего себе, как интересно. Богатая, более массивная такая. Очень отличается, конечно, Прага от Дрездена. А вроде бы рядом находятся, да? И посмотрите, вот. Интересно. И, конечно, все впечатляет. Меня все всегда впечатляет. Я очень люблю машинка. Динамо Дрезден. Динамо Дрезден, точно. Я даже не прочитала, ее уже вперед меня прочитала. Такие более массивные дома, уже без витиеватых всяких скульптурных композиций на Windows. Такие более серьезные, махинистые, не знаю, как сказать. Более много открытого, больше пространства. Не знаю, в Дрездене для меня так. А Прага для меня такая, кажется, более уютная. Такая какая-то, я не знаю, домашняя прямо. Очень красиво. Там прям подаркой какая тоже красота. Мы можем туда пройти? Ага. Пошли налево, пройдем. Там, смотри. Там просто стройка. А, там стройка, думаешь, идет? Там, ну, видишь, реконструкция. Реконструкция. Ну да, в исторических вообще, в таких городах постоянно идут реконструкции. Тоже брусчатка на. Везде уличные. Я просто на ар. О май гад, Настя. Лиля рисует на арте в школе. Смотрите, какая архитектура. Обязательно. А. Очень красивая арка. Из одного здания в другое переход. Одно здание такое прямо напоминает замок. Замок. Второе более воздушного такого английского какого-то стиля, не знаю. Но я в стилях, конечно, не разбираюсь, но велосипеды, парковки для велосипедов, такое остальное, вот купола интересные видны за одноэтажной постройкой с большими окнами, дворик, в котором расположено кафе, вот оно более легкое такое здание, которое соединено аркой.